В Рязанской области петербуржец предстанет перед судом по обвинению в угоне автомобиля, совершении смертельного ДТП и применении насилия в отношении полицейского. В ходе расследования дела было установлено то, что 3 мая 2019 года обвиняемый по данному уголовному делу в городе Санкт-Петербурге у своего знакомого угнал автомобиль марки Kia Rio. На этом автомобиле проследовал в направлении города Энгельс, Саратовской области. 4 мая на территории Рыбновского района был установлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. В ходе длительных разговоров обвиняемый умышленно начал движение вперед и передней частью кузова своего автомобиля осуществил наезд на сотрудника ГИБДД, который получил телесное повреждение. В результате преследования по автодороге М5 «Урал» автомобиль под управлением обвиняемого на территории Шиловского района выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». В результате ДТП, находящиеся в салоне автомобиля «Тойота», водитель и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девочка, погибли на месте происшествия. В настоящее время данное уголовное дело по совершению преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ, частью 2 статьи 318, пунктом АБ части 6 статьи 264, Рязанским районным следственным отделом с обвинительным заключением направлено в Рыбновский районный суд для рассмотрения дела по существу. Несмотря на противодействие в ходе расследования уголовного дела со стороны обвиняемого, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.